Белый мишка, зайка и леопард сегодня красуются уже и на сочинском хлебе. В основе принта упаковки лежит визуальный образ игр «Лоскутное одеяло», созданное по мотивам орнаментов самых известных национальных промыслов России. Такую необычную продукцию уже сегодня может приобрести каждый сочинец. Всего хлебокомбинатом выпущено 26 наименований продукции в упаковке с олимпийской символикой. Дизайн упаковки разработали на предприятии. Мы, соответственно, уже смотрели, как гармонично разместить его на своей упаковке, так, чтобы и не закрыть продукт, и так, чтобы потребитель узнал наш продукт, да, и гармонично совместить символику Олимпиады с нашим продуктом. Сочинцы, особенно гости города, такую хлебобулочную продукцию уже оценили и стараются приобрести хлеб именно в олимпийской упаковке. Выбираю именно с такой упаковкой, потому что вообще любим батон нарезной именно с такой упаковкой. Интересно, и детям интересно, и дети прям с удовольствием смотрят на этих котят и будут уже запоминать символы. Говорит о том, что скоро вот еще немного и Олимпиада у нас будет. Лидеры продаж на сегодня – это нарезной батон, городская булка, хлеб с отрубями и армянский лаваш. В ближайшее время в новой упаковке будут выпущены пряники и сушки. Там уже появится изображение талисманов паралимпийских игр «Лучика» и «Снежинки». Следующая партия олимпийской упаковки будет в формате 3D. Продукцию символика игр можно будет купить до середины лета 2014 года.